Диас, как волнение есть? Нормально все, брат. Нуртас, волнение есть? Уже нету времени, работаю. Нормально все. Ну что? Как готовить перчатки? Перчатки шикарные. Запах тоже хороший. Победы запах? Запах победы. 0:18 минут. Ну, мне должны будут сказать, ну, короче, где-то примерно в 17-15 где-то так. Вот чуть-чуть надо, нет? Не, не, не. Хорошо, маленько прошли, но ты в следующий раз, ну, ты с каких пор сам так делаешь? Так, ты же никогда так не делал. Час. Ну, что, говорю, зачем? Как обычно, все делай, как обычно. Делаешь? Свое тело подготовь, да, хорошенько, полностью, каждую мышцу. Минуту две подъемся? Нет, потом он будет в бассейне работать. Пускай разомнется, программа. Шею, плечи, все хорошо. Молодцы. Да, Сочи, где? Да, видите, Бринский организатор. Армарный протим из Нур-Султана, Казахстан. Приветствуйте, Султан Шалташбек Уулу. Я полисменный его сомневнику. Гранту Акадяна с пожеланием скорейшего выздоровления. Красавчики! Да, расстроился. Блин, первый раунд хотел просто подвигаться, помучить, а во втором... С Сергеем знакомым лично, хочу огромное уважение. Он чемпион на день, я чемпион GFC, очень интересное противостояние даже на организации. И будем драться. Никакой ненависти, такой темы вообще нету, потому что какие-то оскорбления говорят, тоже нет желания. Так что если завтра утром, бой не состоится, а только какая-то неприятность останется. И поэтому... Пойдем, брат, пойдем. Смена. Работаем. Легко, да? Работаем. Хорошо, легко.
Все, мы дали. Нас уже тянули, мы не шли, мы до конца разогрели, потом вышли. А тот быстро оделся, и он не разогрелся, и сразу без разминки устал. Бывает, сразу начинаешь без разминки? И задышал он, все. Проси, пожалуйста. А мы сейчас зайдем. Лика, посмотришь, я пойду с красных заберу. Хорошо. Вы идете направо, а налево, да? Там прямая дорожка, а дальше ваш. Представляющий орган метро из Актобе, Казахстан, фото Азамат Маркабаев! Куда чаще по углам? Вот так! Компания осуществляет розничную продажу топлива и вводит число в крупные. Вот, дальше! Продолжай! А я кто умытпа? А я кто умытпа сразу? Вот! И единогласным решением судей победу одержал Никита Россия, Омск, школа «Штор». Я подъяснил на его сопернику из Казахстана. Дорфан, нос еще этот, скулы разомни. Над глазом брови, чтобы все чего все. Здесь, здесь стоит. Я только первый посмотрел и все, потом. Национальный рекорд 1 point, 1 победа, представляющий Арлан ММА Pro Team из Алматы, Казахстан. Приветствуйте, Дархан Баканов! Поджимай, поджимай, Дорф! Поджимай, поджимай!
чистым нокаутом. Добивание! Победу одержал Доха Бакена! Казахстан! Я хочу поблагодарить своего тренера Абек Рая, Азамата Наурзбаева, Руслана Алтаева. Очень большое спасибо вам. Вы помогли, подготовили меня к этому бою. Благодарю вас и получить эту победу. Также хотел поблагодарить своего старшего брата Инеса Ракиша. Большое спасибо вам, брат, что помогаете, поддерживаете во всем. Также хочу поблагодарить свой клуб Арван ММА. Всему Казахстану большое ассаламу алейкум. Базара нет. Также хотел поблагодарить своего брата Сергея Морозова. Он контролировал полностью весь тренировочный процесс. Мороз, большое тебе ассаламу алейкум. Ты бандаж одел, что-то одел? После футболка какая? Вообще надо было черную и сверху белую, или спортивную поверхность. Черт? Не, я знаю, да. Ты нагрузился теперь немножко? Ну так, часть, да, Азамат нашел сверху. Ну, Азамат нашел. Ну ты че? Знаешь, что мне кажется? То, что судьи тупанули, держишь, он где-то вперед. Хорошо, Потом. Хочешь, давай вместе поработаем. Вот здесь все подзалезло. Красавчик!
Большое спасибо моей команде, Ивану Майбро Тим, за все, что они делают для нас, за поддержку. Всем не болейте, а души всем. Ассаламу алейкум. Сабир Шусупов. Сходим туда, раз. Богом уже. Петю, заходи на ногу. Они подойдут, туда дойдут. Сначала поезд возьмет бургеры, кушать, зоны.
Давай, Мурат, бисмилля, удачи. Ты знаешь, за что Бразилия остается чемпионом Fantasy Global Polo Conference in the Hall. And here. Приятного! Всем спасибо. Будем на этом не будем останавливаться, будем идти дальше. Спасибо тебе большое. В любом случае, весь Казахстан, все твои поклонники, они за тобой, они тебя поддерживают.